Привет, дорогие мои, с вами Касина Юрч, ребята, и сегодня со мной играет Димка Федоров. Это GTA 5 онлайн-шоу, экспериментики, и сегодня нас ждет спуск без тормозов по огромной дуге. Ну давай проэкспериментируем. Что ж, ребятушки, наша задача разгоняться по дуге на максимальную скорость, которую поедет тачка, которую мы достаем из рандома, после чего нас впереди там ждут стрелки, мы полностью отпускаем педаль газа и начинаем тормозить двигателем. Чем, в общем-то, сцепление хуже с поверхностью, тем дальше мы будем проезжать, и тем лучше для нас, потому что тем больше баллов мы получим на счет. Пройдем кучу раундов, поэтому устраивайтесь поудобнее. Всем, кто кушает, приятного аппетита, ребятки. Не забывайте прожать лайк, наберем 3000, будете красавцы. Подписка на Дзен, ВК, вот что-то все остальное в описании ссылки. Действуйте, кому это интересно. Так, ну окей, давай с тобой, молодой, начинать. Сразу сходу не будем затягивать. Ровер. Ну и начало прям такое, да. У тебя ровер у меня, это, ребята, ППС, вот такой вот патриот, да, это? Или что это? Да, да. Патриот. Вот! Водить не научили, что ли? Иди сюда, прижмись к обочине, собака, я сейчас палку тебе засуну. Догони сначала, 630 у меня. Сейчас догоню, подожди. Как догонишь, так отпустишь. Нет. Таких как-то не отпущу. Слушай, у меня тоже скорость максимальная. Знаем 634. Так ладно. Балабола. Балаболов? Сейчас тебе точно палкой дам. По черепушке, иди сюда. Я тебя догоняю, кстати. 55. Сы, давай. Начинай. Ты что втопил-то, слышишь? Преследуем. Короче, одинаковые максимально тачки, ребята, 65. И там было, окей. Редко такое бывает, ребят, что жеребьевка проходит с общими баллами, но тем не менее у нас будет на спаун по 3 машины. Это кривой, да? Да не, вот нормальный. Так, у тебя Ягуар, у тебя Форд. Ёпт, во что мне упало. Ну это хреновина ехала вообще, нет? Блин, он очень быстрый, но он цеплялся вроде, да? Ты же на нем вроде пытался прокатиться. Поэтому, я скорее всего, я его переспауню. А, да, он хреновый. Да, он жестко цеплялся, ребята. По прямой еще, может быть, поехал бы, но здесь по дуге, ребята, в наших реалиях это нереально. Так, и, в общем-то, вот такой вот, короче, прикольный дождь из Форсажа, но дождь очень тяжелый. Ладно, у меня Audi. У тебя лампа была третья, оказывается. Я видел, что тачка упала, что упал, не видел. Так. Лампа была там. Ламба. Так, ладно, посмотрим. 150, 600. Так, держись правее. Так. Ну, типа... 620. 670 на стрелках, окей, полетели. А что ж, я думаю, я буду чуть дальше, но, ребят, в любом случае, у нас очень много читов на проекте, и бывает часто, что в серии попадаются такие тачки, которые раньше мы думали, что вообще не едут. Они прям очень хорошо даже скользят. Так, ну ты все, да? 55? 55 у меня по итогу, да. Да, так, ну я чуть-чуть не доехал до следующей платформы, поэтому 65 баллов. Ну, небольшой, но отрыв. Ребят, хотел небольшой соцопрос провести. Напишите в комментариях, какой фирмы у вас телефон. Максимально будет интересно, сколько ребят на айфонах сидит, кто на андроидах и, в общем-то, у кого какая модель. Так, а что у нас будет? У нас будет сейчас 3 тачки у меня, 2 у тебя. Байки, ребята, из Реала тоже идут в счет. Так, это чит или это обычно? Не знаю. Так, ну, 137. 184. И 145. Да, ребята. Да уж, ребята, вот это попадос. По-другому не скажешь, потому что тачки все такие себе. Возьму странную бэху, вообще непонятную. А, у тебя калаши, да, калаши не чит. Калаши не чит. Чит. Так, ладно, попробуем. Что за бэха-то вообще такая? Максимально какая-то стрёмная. 840 IGT. Окей. 600? Ну, типа 670. Потолок был на стрелках чуть меньше, это нормально. Ну, наверное, одинаковые. Ты догоняешь меня, нифига ты по накату едешь. Прикиньте. Ехал. Не, хорошо едешь. У меня скорость типа на 20-ку больше, но по накату, ребята, машина едет, ну, не то что лучше, возможно, машина, ребята, легче, чем моя. Бэха 70 берет, у тебя 80 будет, да, наверное, по итогу? 80, да, все, ты прав. Так, взял? Да, взял, ребята, запасом взял, поэтому твои 3 тачки в следующем раунде, я понял. Блин, хочется достать что-то прям имбовое такое, быстрое, прям так вжух и улетел. Гоночный болид, ну, почти вжух и улетел. Год Арка. Колеса-то, получается, от какой-то тачки эти беспонтовые встают. Так, гоночный болид, слушай, тоже быстрый. А, у меня еще третья. Да, у тебя 3 тачки было. Понял.
Короче, готарка, ребята, очень быстрая, но я возьму гоночный болид. Поехали. Давай. Я какой-то мустанг. Поправил немножко меня. Так, давай, поехали. У меня беззвучный гоночный болид. Главное, чтобы он был быстрый, но это 500? Вроде неплохой. Так. 600 не будет? 1029. 500 просто. Окей. Так, готарка, ребята, очень быстрая машина. Кто давно на канал подписан, тот это знает. В принципе, заряженная хорошая i8 BMW. Но, ребята, проблема в том, что она очень быстро тормозит. И, да, на самом деле... Да, по-моему, и все. Да, гоночный болид, ну, неплохо едет по накатику. Поначалу скорость терял быстро, а сейчас вот чисто по накату. Ребята, едет, я думаю, возьмем, ну, где-то 200, может быть. Единственное, он бесшумный, блин, беззвучный, так неприятно вообще. 55, да, мало. Так, ну, я 200, кстати, не возьму. Я все уже. Очень быстро потерял все скорости, ребята, 190 по итогу. Но это первый серьезный отрыв, это хорошо. Рандом, дай чита. Ёпа-мать, это не чит. Так, байк стандартный вроде как. Так, у тебя Кадиллак и Нова. Так, и шестерочка. Блин, не та шестерочка. Это Нова, прикольная Нова. Так, ты кто такой? 127. Паджеро. Да, а байк чё? Хуябуса? Нормально. Так что байк считался, это последняя тачка не считалась, которая упала. Окей, поехали. В любом случае поеду на первый. И это, ребята, у нас Кадиллак вроде как. Гранд Вояж. Или Воягер какой-то. Слушай, мое почтение. Неплохо. 150? Для ведра. Ну, типа, 707. Даже чуть больше была скорость, но на стрелках, ребята, по факту 707. 600. Понимаю. Так, ну у нас микроавтобус чисто. Чисто с пацанами в этот, в деревню, на дачу. Загрузились и поехали. Ящик шашлыка, ящик светлого. Ну и все. Слишком много хочешь? Да не, это немного, это нормально. 80 по итогу, ребята, в линии остановился, не добрался. Дальше ты тоже очень быстро. Да, ой, очень быстро остановился. Да, понимаю. А что-то реально арбузик-то захотелось. Арбузика хочу. Хочу арбузика. Так, меня преследует уже Lexus. Так, Кадиллак. У тебя первый считается джип, и вторая тачка. Так. Какая-то фигня. Так, 181. 163. У меня ужас. А у меня тот самый. Лёха, парень, молодец. И поехали. Это будет... Ну, короче, давайте поставим ставочку. 220, думаю. О, красиво. Что ты заспавнил? Ты что-то заспавнил? Где? Сзади. Чего? Вроде ничего не спавнил. Там что-то вылетело у тебя просто. Это я вылетел только что. Так, 1000. 180. 1000 км. Слушай, 220 не будет, наверное, скорость теряется быстро. А хотя, может, и будет, а проверим. Так, ну, явно буду дальше, ребята. Это Lexus LX 570, и он очень старенький и летающий, что самое прикольное. Так, ну 220 все-таки будет, думаю. 70 всего лишь. Ну, это неплохо. То, что выше, ребята, 65-70, это прям неплохо, действительно. 75 даже. 75. Хорош. Так, ну я 200 проезжаю, на 220 ставил. Моя ставочка не сыграла, я проеду чуть дальше. Это хорошо. Так, неплохо. 225. Ну и 230 буквально, да? Ненамного ошибся, но как бы, ребята, 230 это лучшая тачка сегодня. Поэтому Леха, one love, остается хорошей тачкой. Да. Так, ну ладно, ребят, меня это радует. Главное, что какие-то баллы мы с вами в копилку собираем, потому что любая тачка очень быстрая, может, как говорится... Все обломать. У тебя еще одна? Не считаем. Форд. Так. Самолеты всякие. И Супра. Так, ну у меня М1 типа... даже не та. Даже не буду смотреть. Firebird очень хорош. А вот 179 не знаю. Это, конечно, не тот, не самый хороший, но, возможно, этот поедет по накату. Поэтому попробуем, поехали. Давай мне проверим. Мне шилдик погнали. Нравится. Такого трансформера. Так. Что ты там сигналишь? На платформу возвращался.
А это все-таки тот самый Firebird, да? Что-то мне подсказывает, что Parade он неплохо. Но 760 всего лишь скорость. Фары? 630. А, фары не открываются. Так, 630 у тебя. Ну, кстати, я, наверное, сотку возьму. Что-то очень быстро теряет скорость. У тебя как дела примерно? 60 беру. Так, ну у меня 90 есть. 95. Ну и походу реально сотка, это не возьму, наверное. Давайте, за стрелочек. 65. 65 у тебя. Я чуть-чуть не доехал. 95 плюс 30, нормально. Ну что ж, ребята, мы с вами продолжаем. Бац. Я сказал бац. Где моя тачка? Бац. Вот. Погоди, ничего у тебя. Бац. Два. Бац. Три. Так, ну у тебя корвет и мерседесина какая-то. Так, корвет ты взял. Новая Тесла, да, но она не быстрая, поэтому поедем, ребята, на стареньком маслкаре в надежде, что это хороший маслкар. Поехали. Такие тачки, давай, ребята, могут поехать по накату. Я помню первые серии по этой рубрике, когда мы вообще удивлялись с них прям максимально. Потому что они такие нереальные скорости показывали. 800, 900, 1000. Молодец. 1062. Ну, проверим, у кого по накату она лучше. Ну да. Ну, у меня хорошая тачка. Если она уже столько... Ну, слушай, я очень хорошо еду. То есть, но чтобы ты понимал... 150 и 400 уже. Я 200 проезжаю, у меня 540 запас. Это будет 350, понятно, я думаю. Так, ладно. Тебя вообще не вижу. Так, фары. Бонька. Где-то уже удариться успел. Так, проезжаю 270, 390 запас. Неплохо еду, очень даже. Ну, я по итогу на 200 остановился. Так, 200 у тебя. Я уже, ребята, с каждой платформы в плюс жесткий ухожу. Слушай, а я до конца, может, доеду? Что скорость вообще не падает, а по накату машина едет, ребята. Что ты понимал, 350 проезжаю, 210 в запасе. Ой, прям вообще хорошо поехал. Это, короче, будет 370, ребята, есть такие тачки. Слушай, да нет, еду, может, реально до конца доберусь. 375 проезжаю, 140. Она чисто, ребята, едет по накату. Слушай, она... Блин, я прям у ворот остановлюсь, да? Я прям у ворот остановлюсь. 395, скорость 80. Давай, греби веслом. Заеду, не заеду? Серьезно? Прикинь, 50, 47, 45, доеду. Доеду, доеду. 34 км в час, повезло. Охереть. Это Кадиллак, ребят, чтобы вы понимали. Да, да, я сейчас думал, ну 300 будет. Но он вот именно по накату, ребята, добрался. Это жестко. Не, ну это повезло, да, да. Как говорится, ребята, раритет приятно удивил. Таких бы машин побольше. Так, опять-таки, три тачки за мной. Хаммер у тебя первый. Ой-ой-ой, подбор такой себе. Так, дрявая тачка, не считаем ее. Так, Альпина. Такая себе. Рамп, господи. Ну, у меня все так... Слушай, SF-12, это что за тачка? Это стандартный. Нет, это Феррари. Это Феррари. Что берешь? Я бы Хаммер брал. Но он далеко не проедет, там 138 всего лишь. Ну, у меня примерно столько же вопросов. Рамп доедет, нет? Вообще. Да, узнаем. Я тебя не вижу, слишком крутой подъем, ребята. Ой, а у меня скорости нету, прикинь, 540 всего. Правее держись. 650. Неплохо. Плюс ускоряшка, да? Или у этой нету? Нет, в этой нету. Так, окей. 530 я разогнал. Ну да, не все коту масленица. Не каждый раз 400 баллов брать. Что вообще слабо, ёпамать. Самая плохая тачка за сегодня. Не только у меня, но вообще походу. 45 и я остановился. У тебя 60, не особо 60, далеко, да. Ну что ж, ребята, время подвести итоги. У нас финальный раунд, последний шанс заработать хорошие баллы. Две машины будут у меня. ЛФА отлично, Дож плохо. Поеду на ЛФА. Так, что будет у тебя? О, неплохо, возможно. Это, ребята, Форд, Мерседес. Еще одна тачка есть. Ты был чуть дальше. Ну и какой-то маслкар опять-таки. Выбирай. Маслкар, окей. ЛФА, ребята, не старенький. Старенький очень быстрый. Этот я не помню, как едет. Поэтому надеюсь, что хотя бы он мне принесет как минимум 100 баллов. Было приятно.
Давай, 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 газуй, 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 газуй. Ну, у меня по скорости, да, вот примерно та же самая малина, 207, 570, вернее. Так. Очень плохо. 590 и все. Да, заскамили маму-то. Мне даже кажется, тормози. Та тачка быстрее бы очень, поехала. Очень. ЛФА тоже не та, да, тоже очень медленная, ребят. Старичок бы поехал на 200+. Ну и по итогу у меня каких-то 60 всего лишь. У меня 50. Да, приехали, как говорится. А что ж, вот такая прикольная заряженная серия. Очень сильно удивил старенький Кадиллак, ребята. За это отдельный лайк можно поставить. Машина была интересная. Всем спасибо и всем пока-пока. Всем пока, ребят.